Ну а теперь перейдем к максимальной концентрации трэша в одном отдельно взятом доме на улице Советской. Там есть все. И дурно пахнущий потоп, и крысы, выбегающие из унитаза, и маленький 8-летний мальчик, который в одиночку пытается с этим бороться. Слово Саше Светлику. Каждое лето здесь, на Советской 22, от площадки сквозь лесок течет звонкий ручеек. Правда, этому водяному чуду совсем не рады жители дома по Советской 22, потому что он подмывает фундамент и не дает спокойно жить. Тараканы, крысы, блохи, они идут от сырости, от души. По словам жильцов, каждое лето после дождя им приходится ходить по колено в воде из-за отсутствия ливневых стоков. С этого дома у нас вода как течет, сюда вниз идет, и подвал у нас вся вода идет. Людям явление не нравится, а братья меньшие напротив пищат от удовольствия. Вон, видно, кто-то сползал там сейчас. А там крысы бегают. Они, знаете, как интересно, из унитаза выходят. Крысы из унитаза? Стучу, чтобы они убежали. То есть нужно предупредить крыс о своем приходе? Да, чтобы уходили. Тараканов вызывала тут отравить. Они тут отравили, они умный народ. Все ко мне домой прибежали. А блохи ДТВ их кусают такие-то. Все прыщиками накрываются. У меня такой вот был крыс. Из-за блох? У меня аллергия на них. Нас канализация топит голом бывает. Сюда идет, туда течет. И ко мне в ванну, из ванны под пол не идет. Как Атлантиду уйдем. Чтобы квартира как Атлантида не уходила под фекальные массы, 8-летний жилец Миша, не дожидаясь ответа ЖЭКа, сам начал решать проблему и прокопал небольшой водоотвод, который планирует доделать сегодня. Чтобы вот тут можно вот ямку-то тоже можно выкопать ведь? У меня вот есть лопата в коридоре, вот я сегодня начну прямо копать уже. С железной лопатой ломаной. В управлении жилищного хозяйства города Кирова сегодня не отвечал ни один телефон, поэтому Миша решил лично обратиться к ответственным лицам для решения проблемы. Вот его тут вот камнями заложить, и все, не будет течь. Ты уже начал, да, работу? Да. Дядя, тетя, приезжайте, сделайте нам яму, чтобы к нам не текла вода. Буду вам помогать.